Сегодня воскресенье, хочешь верь или не верь? Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит вам. А ты послушай Боба-уха и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много, меньше чем за полчаса. А нам в создании передачи помогает магазин, он называется Дом Дэнди. В нашем мире он один. В мире Дэнди. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда по воскресеньям, в эфире передача «Мир Дэнди». Сегодня вас ждет необычный сюрприз. Необычная передача. Какой? Вам не скажем! Смотрите. Вы, наверное, удивлены, что наша программа сразу начинается с рубрики «Help». В этом и заключается наш общий... Необычный сюрприз. Необычная передача. Необычный сюрприз. Передача. Сюрприз. Хватит. L2R2, я сейчас тебе такой сюрприз устрою. Передача? Неважно. Да? Сегодня будет огромное количество секретов, заказанных вами во вторник. Смотрите. Ну, где дом мой листочек? Вот он. Нас уже долго просят сказать секреты к игре L2R5. Мы их очень долго искали, и вот нашли. Так что, надеюсь, вы нас не будете бить в темных переулках, а то у нас синяки на теле. Не проходят синяки. В общем, счастливо вам покататься на халяву. Халявщики! Эй, зачем ты это сказал? Знаешь, какие у нас обидчивые телезрители. Уж в ближайшие дни я из дома не выхожу. Первый код – все машины. Для этого вместо своего имени ввести «Ромео» в английской версии или «Я, О и Е» в русской версии. И вам будут доступны как ранее заблокированные машины, так и все секретные во всех турнирах. Второй код – полицейский режим. Для этого тоже вместо своего имени ввести код «VR6» в английской версии или G-Y-C, вертикальная палочка X в русской версии. И теперь, вернувшись на прошлый экран, выберите опцию «Преследование» и поймайте всех нарушителей. Что? Руль! Едем? Секрет. Виджила? Бессмертие. А, 8, да? Ага. Виджилант 8. Начнем и, пожалуй, закончим, потому что секрет один с любимого кода всех игроков – бессмертие. И ни одна муха нас теперь не тронет. Итак, чтобы его ввести, необходимо зайти в меню, затем в опцию «Game Status», после чего нажать 0. Внизу экрана появится строка ввода паролей. Там вводим «I» пробел, «Will» пробел, «Not» пробел, «Die». Нажимаем на X и вперед. Теперь уж точно нас никто не тронет. Хоть игру с пулеметом проходи. И сейчас вы узнаете секрет для игры Resident Evil. Что, Паш? Турнир. Как он зомби. И что ты будешь делать? И это все, что мне осталось. Да, оружия не хватает, да? Катастрофическая нехватка. Я знаю, что тебе надо. А чего? Не то. А где листочек? Вот, оружие на вечный кольт. Пользуйся. Resident Evil. Код на Game Shark. Кольт, питон и, конечно же, бесконечные патроны для него. Ввести 800C8788-6405. И теперь даже хантеры не доставят нам много хлопот. Выстрел другой и тишина полная. Примечание. Сам кольт остается на записи Memory Card. Бесконечные патроны же придется загружать каждый раз заново через Game Shark. А иначе заканчиваться будут. Удачи!
Приятная новость. Фрудис проводит лотерею в Калининграде. Разыгрывается 1000 призов. Суперприз – поездка на Канарские острова на двоих. А также агрессивный роликовый коньки Street Fun 2000 и компьютерная приставка Sony PlayStation с 10 игровыми дисками от магазина Roll Sports. Футболки и куртки. Для участия в розыгрыше нужно отправить 8 крышек от йогурта Фрудис по адресу Калининград 23, абонентский ящик 493. Розыгрыш состоится 15 июля. Дюк Нукем. Time to kill. Нет, Total Meltdown. А, типа Дума. Дюк Нукем, Total Meltdown. Коды для геймшарка. Самое веселое оружие в игре – ракетница РПГ. 800-E-C-A-1-C-0-1-0-1. Плюс к этому бесконечные ракеты для РПГ. 800-E-C-9-4-2-0-3-2. Теперь, имея этот разрушительный боезапас, пройти игру нечего делать. Постреляем, как говорится. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Денди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Денди». Биби, биби. Что же делать тем пропащим геймерам, которым жизнь не мила и основные машины в игре Rogue Trip уже не спасут их положение? Тихо. А, что ж, мы все предусмотрели и решили добавить еще 4 машины. Секретные. Rogue Trip или просто таксисты. Секретные автомобили и как их там еще называть. Для начала необходимо зайти в меню и вводить ниже следующее в паролях. R1, R2, L1, L1, X0. Огромный танк Nightshade со своими громадными пушками. Треугольник L1, R1, X, L2, L2. Каток Голиаф. И нет препятствий на его пути. L1, треугольник, R2, треугольник, треугольник, R1. Военный вертолет. Летает где хочет и на любой высоте. R1, квадрат, X, квадрат, L2, 0. РЛО. Слышь, летающая тарелка. Счастливо полетать. Секреты для Зэм Парк. Зэм Парк. Если вы хотите поиграть со всеми аттракционами и с бесконечными деньгами, то для начала необходимо ввести вместо своего имени Бувайн для английской версии или VBCHNE для русской версии. Затем начать игру и нажать одновременно квадрат X 0. Вот это веселье. Теперь денег хватит на все. Строй свой парк и наслаждайся. А теперь... Артур, нет, я устал записывать секрет. Давай ты пойдешь записывать секрет, а я скажу это что-то. Не, Паш, ну там слишком сложно. Не волнуйся, иди. Ну хорошо. А теперь секреты для игры. L2, L2, я сейчас тебе такой сюрприз устроил. Переверни листик. А, секреты для игры Siphon Filter. Siphon Filter. Все оружие, доступное на уровне. Войдите в меню во время игры. Высветите курсором опцию Weapon, оружие. Затем одновременно нажмите L2, R2, вправо, квадрат, X. 0. Если же вам не втерпешь
и вы не хотите проходить какой-то взбесивший вас уровень, то воспользуйтесь кодом переключения уровней. Для этого необходимо также во время игры в меню войти в опцию, высветить курсором опцию «Выбор миссии» и нажать одновременно L1, R1, влево, Select, квадрат и X. Вот и все. Олесь, здравствуйте. Давай. Всем привет. Доброе утро. Сегодня воскресенье, а это значит рубрика «Роллспорт» вместе с вами. Итак, в нашей программе для начинающих катание спиной вперед, для асов, для, собственно, для всех красивых катаний с валом. И не пропустите новые поступления в магазине «Роллспорт». Поехали. Для тех, кто с нетерпением ждет соревнований роллер-ралли, повторяем. 29 мая возле кинотеатра «Россия» ровно в 14:00 пройдут соревнования роллер-ралли. Не пропустите. Ждем всех. Если вы используете ролики только как средство передвижения по городу, то это вам может никогда не понадобиться. Катание спиной вперед – основа основ агрессивного катания, а также это пригодится хоккеистам. Попытка затормозить с помощью пяточного тормоза наверняка закончится плачевно. Если вы едете спиной вперед, то лучше всего тормозить, развернувшись на 180 градусов, а затем любым полюбившимся вам способом. Спиной вперед можно ездить фонариком, змейкой и обычным коньковым шагом. Катание фонариком. Техника проста. Носки роликов сначала съезжаются, а затем разъезжаются. Траектория движения колес напоминает елочную гирлянду. Катание змейкой. Коньки все время расположены параллельно друг другу. Движение осуществляется за счет переноса веса тела то на правую, то на левую ногу. Хороша прежде всего тем, что она просторна, удобна, не сковывает драмы. И нам опять надо прощаться. Нет. Удачной недели. Чао. Пока. Ну вот наша передача и подошла к концу. Надеюсь, вам очень понравились те секреты, о которых мы сегодня рассказывали. И рубрика «Роллспорт» в частности. А их было много? Очень много. Пока. И напоследок, последний секрет. Последний секрет. Для того, чтобы выключить нашу пойму.